А те, у кого есть маленькие дети, прекрасно знают, что самые-самые-самые страшные мины начинаются, когда ребенок чуть взрослеет. И эти мины называются Лего. Минируется вся квартира, и это просто ужас. В нашем случае это вот такая вот пластина, которая совместима с Лего, и на которой можно там что-то возводить. Да, чтобы не вот просто из маленьких кубиков, а вот на какой-то плоскости, там домик какой-то сделать или что-то еще. Да что ж у меня такие руки-то грязные. А если взять таких пластин несколько, да, там, ну вот, зацепив кубиками две, они будут совмещены, и вы сможете сделать прям, ну, какую-то большую площадку, использовать ее как основу для творчества вашего ребенка. Стоит недорого, если Лего вашему ребенку нравится, цвета есть разные, обязательно закажите. Запаха нету. Вполне хорошая штука. Так, а мы давайте дальше.